позволял своей дочери-чудовищу убивать невинных жителей. Более того, во время войны он заботился лишь о своей короне. Он позволил Нильфгарду разграбить и сжечь дотла соседние королевства, с которыми ранее заключил союзный договор. Люди до сих пор умирают там с голоду. Стоит ли он того, чтобы его защищали? Я же просил побыстрее. Еще есть чародейская ложа. Но о них тебе ничего не известно. А как ты думаешь, почему? Может быть, ты и спишь с Мэри Гольд, но ты и понятия не имеешь, на что способны эти стервы. Я мог бы тебе рассказать, что именно они повлияли на большую часть послевоенных договоров. Переселение, депортации, нерешенный вопрос со Скейтаэлями и многое другое. Все это их рук дело. Сдается мне, ты подходишь к невероятно полному заключению. Саламандры не злые. Не злее, чем нужно. Не злее, чем другие участники этого конфликта. Не злее, чем те, у кого достаточно амбиций и воли, чтобы строить свою собственную судьбу. И это кратко называется, блин. Да. Вон. Теперь уж ты меня насмешил. У тебя есть еще какие козыри в рукаве? Или, наконец, начнем уже убивать друг друга? Как вижу, ты на своих ошибках не учишься. Я перепутал упорство с глупостью. Хочешь, чтобы я тебя удивил? Хорошо. Помнишь магическую книгу из башни на болотах? Сейчас я продемонстрирую тебе несколько полезных заклинаний, которые я выучил благодаря тебе. Я и не ожидал, что ты и все? Пойдемте. На болотах я проиграл в схватке. Евет украл книгу. Но тогда война только началась. Хотя Евет снова украл, общий счет схваток в мою пользу. Три базы Саламандр уничтожены. Есть новые союзники. И на десерт профессор. Геральт, ты как? Что случилось? После такого удара тебе еще сильно повезло, что ты жив. Я жив. Профессор сбежал, а этот барьер блокирует нам путь. Я найду его. А, ну отлично, мы их теперь еще должны догнать и убить. А еще мы должны похилиться. Да, он сбежал как трус, 7 часов, я минут через 40-50 приду. 40-50 это долго. О, ликандам пропи можно сделать в зависимости, да? Рецепты. У меня фобрит нет. Не, мне нужно контропия. Ладно, потом разберемся. Что мне еще можно? Белорозы. Сапфиры.
Ну, не так уж и долго. А если с нуля поиграть до самого конца? С самого начала игры, это дофига, если у меня сейчас 74 серии Ведьмака. Кикиморы, блин, еще. Они мирные, не мирные? У меня сейчас 74 серии по 20 минут. Посчитай, что... Это еще пол игры, грубо говоря. Заколебали, сколько вас тут? Блин, у меня хилок-то нет, видишь? Нет, серьезно? Игра вылетела офигенно. Спасибо, игра, что ты вылетела в этот замечательный момент. Если знать еще о всех побочках. Да офигенно вовремя. Я даже не знаю, когда последнее сохранение было. Двадцать минут назад было последнее сохранение. Да иди ты дождешься, блин. Я знаю, как я сейчас экстренно буду проходить игру. Геральт же опасен. Здесь нет, ты стоит. Фига, пошли команда сначала, блин. Победит еще одного. Я сохранил Винсенту жизнь. Спасибо, мы это знаем. Ладно, план Б. Фастом все проходим заново. Хоть диалоги не будем все читать. Привет. Кто? Так знал, что таги надо сохраняться. Где? Что-то в этот раз волшебница немного переборщила.
Ну, погнали, идем сюда, идем сюда. Нормально сохранение делай. Они нормально сохранятся. Пойдем чуть-чуть, давайте. Он меня вырубил. Стой, 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 стой. Так, следующий будем сюда. Один или вас двое? Один. Ладно. Ты смеешь бросать вызов Сейчас быстренько забираем, там сохранимся потом. Я тебя убью. Ни хрена ты меня не убьешь. Не пендривайся. Будешь съедим еще. Нет. Да, в темноте. Погнали. А, в сундук надо обязательно зайти. Тут же сохранится. Ну теперь, блин. Это же он каждые 10 минут сохранял. Давай быстрее иди, топай. И ответь салатри. Да, можно терять время, ничего не знаю. Тут похилили, тут похилили. Так раз два освободилось. Нет, мне руну надо. И
И это взяли, и это взяли, и это взяли, все пошли. Электрик это срочно. Быстрее, пожалуйста, добей его. Так, вы его добивайте, я пока пойду хилиться. А, это тоже энергия, давай. Три хилки, отлично. Тут парни эти, разберись-ка. Я тут вообще-то кушаю, а вы-то приперлись. Вам приперлись такие. Сейчас мы отхилимся быстренько, с вами разберемся. Было бы еще чем хилиться. Блин, это алкогольное опьянение. Ладно, пофиг, разберемся. А, я не то выпил, что ли, блин.